Всех приветствую на канале Дороги Михаила Рыбаша. Приглашаю прокатиться вместе со мной по улицам города Энгельс в Саратовской области. Посмотреть, как это было 31 августа 2023 года. По улицам проспект Фридриха Энгельса, Тельмана, Полиграфическая, Нестерова, Коммунистическая, Ленина, чуть-чуть Петровская, чуть-чуть Максима Горького, чуть-чуть Тихая, опять улица Ленина, да, улица Лесозаводской. Здесь, кто смотрел мои предыдущие в начале сюжеты, 2-3 года назад первые мои такие, то видели, да, что забор убрали, дом достроили, с правой стороны мы проехали. Все хорошо теперь. Стал там. Долго его строили, наконец построили. Здесь, в этот день, как никогда почему-то в Энгельсе, тормозили. И не про светофоры, там кто-то поворачивает налево, учебные машины еле едут. Я вот этого не понимал, почему учебные машины едут с левой полосы, когда и по правой полосе, чтобы не мешать. Понятно, что машины стоят здесь, закрывают одну полосу, но все-таки нас учили по-другому. Да, проехал я 2 сентября, ездил на рыбалку, покажу вам Сокурский тракт саратовский до Сторожовки. В Сторожовке прокатился, просили круг сделать. Ну и обратно потом в Саратов покажу улицы. Как там обстоят дела на развязке Сторожовки. Делают дорогу там. Покажу вам это. Просят съездить в Энгельский район, Прогресс какой-то там, совхоз и еще куда-то, в какие-то сады, 80 километров недалеко. Но могу еще раз вас, я отвечал в комментариях, я еще раз вам говорю, ребята, я бы с удовольствием куда бы ездил, куда вы не попросите, самому интересно прокатиться, но машина на добром слове не ездит, и за спасибо тоже. Машина такая вот штука, надо заливать бензин. А чтобы заливать бензин, нужны деньги. А деньги вот на такие покатушки, которые мне не по пути, которые специально куда-то ехать, дороговато. Я не жалуюсь, я вам просто рассказываю, почему иногда и не получается сразу проехать куда-то по просьбе. Это все из моего бюджета семейного, все эти увлечения. Вот если мы поехали на рыбалочку, съездили в сторону Петровска, мы катались, и я думаю, ну надо заехать в Сторожовку самому посмотреть, как она там выглядит, какие улицы. Ну вот, исполняю, и то прошло сколько времени. Просили у Рицкой показать, что там еще шумейку, но не по пути мне, и не получается иногда чисто физически успеть. Когда-то было у меня время больше, я ездил больше на машине и показывал больше, тем более Энгельс, Энгельский район. Сейчас я больше, у меня, так сказать, Саратов. И то не весь. И еще раз говорю, с удовольствием бы ездил и показывал все, что просите. Но нет возможности. Здесь мы выезжаем на улицу Полиграфическую, поворачиваем. Да, вот такой день, 31 августа 2023 года. Обмену возврату не подлежит. И, как всегда, говорю, в Ютубе, Рутюбе, в Одноклассниках, ВКонтакте, Дзен, Яндексе выкладываю данный сюжет. Смотрите, подписывайтесь, пишите, читаю, отвечаю. Все как обычно, где кому как удобно. Вот проспекты Фридриха Энгельса едут за этой грантой. И он вот походу не местный. Едет 40 км в час.
очень медленно ехал. Ну, куда деваться. Вон с правой стороны, смотри, кран стоит, дома строит. Даже вот ты когда ехал, на это внимание не обратил. Вместе с вами, когда озвучиваю, смотрю. И вместе с вами по сторонам тоже смотрю. Потому что когда я еду, я смотрю на дорогу. И иногда чего-то не замечаю. По этой улице Полиграфической, потом она переходит в Студенческую и выезд из Энгельса. Кому это интересно, кто не знал. Можно сказать, Маяковская переходит в Волжский проспект, улица Гагарина, это один выезд в сторону Ровная. Другой у нас получается Степная, но если брать проспект Строителей и поехала в Пробуждение, еще один выезд. И вот здесь, если брать от БК Солевоза, Полиграфическая, Студенческую и в сторону Маркса Балакова. И здесь я поворачиваю налево, стрелочка. Еще раз повторяюсь неоднократно, что все эти улицы я тоже неоднократно показывал. Можете посмотреть и найти там зимний вариант, осенний. Энгельс я показывал. Начал я все это с 2020 года. Вот уже скоро, ну уже 2 года. Я с февраля начал, 29 февраля показывать улицы. И все, что куда ездил. Отдыхаю, так что можете уже находить архивные записи. Доедем до Коммунистической. По ней потихонечку проедем до Ленина. И вот я по Ленину решил, ну, выбрал маршрут не через Калинина, Петровскую и Трудовую до Лесозаводской. Я решил, проеду вот сейчас напрямую до Ленина и по Ленина до Лесозаводской. Не торопясь, давно не ездил и попал. Там на улице Ленина делают дорогу, перекрыли и перекресток Петровская и Ленина. Далее вы сейчас увидите, я просто рассказываю. Заторы. И понятно, Петровская это главная дорога, едут. И никак не получается проехать. Редкие водители, вот меня там девушка пропустила. Я вот о том, что недавно я показывал в прямом эфире, где в этом, в Одноклассниках. У нас вот Высокая и Жуковского, там поднимается по высокой главной дороге. С Жуковского поворачиваешь на высокую, стоишь, уступаешь. Но вот там у нас как-то в Саратове принято. Иногда через одну, через две машины пропускают. Потому что стоять можно долго. Движение, потому что поток большой. Здесь я в Энгельсе этого что-то не заметил. Долго я стоял и некоторые разворачивались, уезжали, но я решил до конца. И вот, говорю, девушка какая-то меня пропустила. Может быть, день такой был неудачный. Проехал. Здесь тоже вот раз, думаю, отлично, приехали. А там то ли заезжал, то ли выезжал очень долго. Парковался. И вот пешеход тоже решил на красный пойти. Вовремя опомнился. Узковатые улицы, узковатые. И вот пришлось с Ленина повернуть на Петровскую, на Максима Горького, потом выехать на Тихую и опять повернуть на улицу Ленина. Конечно, можно было по улице Тихая подоехать до Трудовой,
Ну вот решил я проехать по улице Ленина. Не получилось. Идут ремонты, как везде, сентябрь, конец лета. У нас начинается целый кипиш везде. Объекты надо закрывать, объекты надо доделывать. Народа не хватает. Вот так же, как и парк, вот, который я называю парк Симхозпруд. Тоже сходим гулять, народу рабочих практически не видать. И техники не видать, куда-то ее все на какие-то объекты перекинули. Здесь вот за забором тоже что-то должны, наверное, строить. Торговый центр Лазурный. Как-то вам показывал, на велосипеде я катался. Ну, конечно, где-то я смонтировал, чтобы не полностью вам показывать. Долго я ехал по Энгельсу. Ну, относительно долго. Центр города. Да, если поехал по Калинина на Петровскую, то быстрее проехал бы. А плюс потом еще я не стал вам показывать по лесозаводской. До моста была как раз, ну, не пробище, затор, как обычно там. Сменили полосу, встречная две было, с Энгельса одна, и вот тоже медленно продвигалась. То есть в Энгельсе как повезло мне в этот день. И здесь вот я разогнался, думаю, ну все, сейчас быстренько я проеду по всей улице Ленина. А тут увидел, опа, приехали. Ну, опять же, подумал, там просто перекресток, сейчас светофоры будут открываться на Максим Горького, и быстрее проедем. Нет, не тут-то был, но один плюс. В тени, деревьев много, в тени ехал, не так жарко было. То есть, имейте в виду, ну, смотрите карты, я тоже карту открыл, смотрю, нарисовано, идут ремонтные работы на улице Ленина. Не глядя, вот поехал. Просто не захотел разворачиваться и ехать по другой улице, там по другой. Ну вот как-то так продвигался. Это я еще сейчас тут смонтировал и ускоренный режим просмотра поставил. То есть побыстрее как бы. Имейте это в виду. Выбирайте маршруты. Ну вот, смонтировал, чтобы вам побыстрее. Вот опять же повторяюсь, что у нас вот в Саратове все-таки пропускают. Через одну всем ехать надо. Понимают, что затор. Ну как-то так. Одна страна, разные люди. Все главные дороги можно стоять здесь для поселения. Здесь и раньше-то было, я вам скажу, тоже проехать по Ленину прямо на светофор. Включали, то еще проезжал. Ну, тоже трудноватенько было. Вот сейчас будет светофор, у нас зеленый, а пешеходом красный, на Максим Горького. Сейчас заметите, и вот передо мной машина пропустила на велосипеде ученика или кого там, подростка, который шел на красный свет. Я понимаю, что пропускать надо, но
учить детей смотреть на светофоры и не ходить. Вот он летит, пролетел. И все, он не глядя. Ну хорошо, хоть и поехал, даже поехал на зелень, на красный. Для пешеходов, вот здесь заметили, красный свет. Нет. Началась учебная пора, и к тому, что вот все, погода хорошая, они носятся, бегают, детвора. Приехали все с лагерей, от бабушек, от дедушек из деревни. И давай носиться. Все как обычно. Будьте внимательны, водители. Можно, да, было и по улице Тихой мне доехать до Трудовой, но вот не захотелось. И на перекрестке улицы Ленина и Лесозаводская тоже попал. То есть этот день, вот и 31 августа, в Энгельсе мне был неудачный, по заторам. Кажется, вроде не должно быть. Всегда заторы я попадал вот на мосту, на мост въезжать. А вот по Энгельсу, чтобы затор какие-то, у меня редкий случай. Мне почему Энгельс-то и нравился. Едешь, катаешься спокойно. Да нет, оказался и тут тоже. И вот сейчас доедем до Лесозаводской, о чем неоднократно вам тоже показывал. Слева и справа будут знаки, какая улица пересекаем большими буквами. Вот написано. Вот это мне прям импонирует. Ну а на этом заканчиваю сюжет. Какие впереди, сказал уже. Благодарю за просмотр. Берегите себя. До новых встреч в новых сюжетах. Всем пока-пока.